Нижегородских водителей просят пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Как сообщает управление ГИБДД по Нижегородской области, это связано с резким ухудшением погодных условий. По прогнозам синоптиков, сегодня целый день в области ожидаются обильные снегопады и метели с ухудшением видимости до 1 километра. Порывы ветра могут усилиться до 20 метров в секунду. На дорогах снежные заносы и гололедица. На федеральных и областных автодорогах в связи с осадками возможно осложненное движение. Наряды ДПС работают в усиленном режиме. Полицейские просят водителей по возможности воздержаться от поездок, а на личном транспорте соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от опасных маневров. В дороге на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи и достаточный запас топлива.